Да, жизнь в старом замке. Добрые были времена. И люди тогда были приветливее. А какие бывали пиры! Какие девушки! Ну, работать тоже приходилось. Мозги напрягать. Впрочем, это только на пользу. Все-таки счастливое было время. Да, а еще были соседи. Салют, чуваки, с вами Кит, и сегодня мы с вами начнем проходить Stronghold Definitive Edition, переиздание оригинальной Stronghold, которой уже лет 20, а то и больше. На самом деле, это вторая моя любимая часть из всех Strongholdов, конечно же, она идет после Stronghold Crusader, просто офигенной игры, которую, надеюсь, однажды нам с вами переиздадут. Stronghold Crusader HD я не считаю, потому что там разницы особо большой нету. Вот ремейк той части я бы посмотрел, да и поиграл бы с радостью, конечно же. Но пока что Stronghold Definitive Edition, у которой, как по мне, весьма был неплохой сюжет. Хотя память моя может быть немножечко, так сказать, приукрашена ностальгическими нотками. Здесь наверняка не узнаешь, но сейчас мы с вами во все это мероприятие поиграем. Бонусом Definitive Edition, помимо немного улучшенной графики, является, конечно же, дополнительная кампания. Вернее, даже две подкампании, которые здесь у нас с вами есть, и, надеюсь, если данное прохождение будет собирать хорошие просмотры, то мы все это мероприятие пройдем на видосах. Мне бы этого дела очень сильно хотелось. Но пока основная кампания, давайте перейдем к ней. Здесь мы с вами будем потихонечку двигаться по этой карте, захватывать территории. И под конец сразимся, если мне память не изменяет, конкретно с волком. То есть самым сильнейшим из противников вот здесь, в этой части. Хотя, в принципе, в той же Stronghold Crusader он тоже был одним из сильнейших наших противников. Наравне, думаю, с Саладином. Но Саладина здесь, естественно, нету. Здесь у нас с вами больше европейские противники. Итак, первая миссия. Первый лагерь. Когда король выступил в поход против варваров, по стране сразу же поползли слухи о готовящемся заговоре. А когда пришли вести о том, что король попал в плен, в стране сразу вспыхнула гражданская война. Несколько дворян, и в том числе ваш отец, решили остановить кровопролитие. Но когда они собрались вместе, чтобы провести переговоры, то были перебиты банды неизвестных. Раненые и измученные, мы с трудом добрались до всеми забытого полуострова, где собрались остатки верных королю войск. Хотя страна, видимо, потеряна, но, может быть, вам удастся хотя бы отомстить за отца. Нам следует поторопиться. Нужно ковать железо, пока горячо. Только не это. У нас мало людей, нас просто перережут, как овец. Мы должны переждать и собрать все силы. Чушь! Я возьму шестерых моих лучших людей, и под покровом ночи мы проникнем на территорию врага и... Нет-нет, послушайте. Наши люди вот-вот начнут голодать. Вот что мы должны сделать. Яростные споры продолжались далеко за полночь, и, наконец, лорд Вудсок вызвал вас к себе. Сэр Лонгарн говорит, что хорошо знал вашего отца, поэтому я дам вам шанс проявить себя. Пора вам попробовать себя в деле. Нам нужно, чтобы вы организовали устройство постоянного лагеря. Найдите подходящую вырубку в лесу. Здесь достаточно дерева, чтобы начать постройку.
Итак, что ж, вот начало первой миссии. Посмотрим, что у нас здесь с вами есть. Цели, есть подсказки и справочные сведения. Ну, цели, думаю, понятно. Мясо и дерево достичь. Подсказки есть, да, можно, так сказать, потыкать эти подсказки и узнать, что же нам с вами лучше здесь делать. Давайте посмотрим. Постройте пару лесопилок, после чего соорудите пару охотничьих избушек. Производство еды можно ускорить, расположив избушки рядом с амбаром. Производство дерева можно ускорить, расположив лесопилку у деревьев. Ну, в общем, такие довольно базовые подсказки. Что ж, давайте начнем игру. Так, разместите замок. Для начала посмотрим карту. Как видим, она, ну, мягко говоря, микроскопическая. Но ничего сверхъестественного. Общинный дом, да, у нас здесь с вами вместо замка. Ох, помню я этот склад. Немножко идиотский, как по мне, банально, потому что здесь постоянно нужно было одну к одной вот эти вот плитки для склада строить. Естественно, все это вызывало соответствующие проблемки. Ну ладно, мелочь. То есть вот этот склад, благо он хотя бы бесплатно прокачивался. Я сразу строил вот таким вот образом. 4 штуковины вот. И здесь можно построить лесопилки вот туда, да. То есть чтобы наши лесорубы довольно быстро деревья как бы срубали, пилили и тащили вот сюда, само собой. Далее у нас именно охотничьи избушки, которые лучше располагать возле амбара и, естественно, возле добычи. Это у нас олени или еще кто. Точно не скажу. Вот так их ставим, то есть они быстро здесь всех перестреляют, разрежут на мясо и вот сюда доставят. То есть все это будет довольно быстро. Просто в другом, если скорость, да, скорость можно апгрейдить, ну вернее, по ходу дела менять, это очень хорошо. Так, на лорда давайте посмотрим, ну да. Лорд у нас с вами... Так, стоп, а что они делают? Почему они решили идти туда? Они вот сюда же им специально поставил все это мероприятие. Дурачки, как по мне, если честно. Ну ладно. Что по графонию? Ну, он как бы переместился в 3D формат. До этого все выглядело очень плоским и 2D-шным. Сейчас, конечно, смотрится все это, безусловно, по кайфовее, чем было в ванильной версии. Думаю, можно это дело назвать ванильной версией. Так, послание. Обнаружены звериные тропы. Звериные тропы. И что это значит? На меня нападут львы, волки или еще кто-нибудь? Интересненько. Но здесь мы особо ни на что повлиять на самом деле не можем. То есть мы базу выстроили, просто ждем, пока все это дело с вами улучшится. Кстати, писаря можно поменять, то есть чувака, который постоянно будет говорить: у нас закончилось золото, милорд. Разведчики докладывают, что поблизости бродит стая волков. Нам нужно помещение для хранения припасов. Ну, сходит стая волков, это, в принципе, то, чего я и ожидал, на самом деле. Так, популярность, налоги, снабжение, события. Победа, то есть все, быстро мы достигли самой базы необходимой. Счет, не знаю, на кой фиг он здесь вообще нужен. Ну да ладно. Сэр Лонгарм и лорд Вулсак осматривают лагерь. Хорошо сработано. Неплохо для первого задания. Да что вы, этот идиот устроил лагерь прямо посреди волчьей тропы. Так это же отличная возможность попрактиковаться перед настоящим делом. Теперь придется высылать разведчика, чтобы найти место получше. А вот обзываться было на самом деле грубо. Ну да ладно, мы с вами, так сказать, захватили первую территорию и, судя по всему, пойдем дальше. Постройка форта. День ото дня лагерь подвергается нападению волков, а их постоянный вой не дает людям спать. Ситуация готова выйти из-под контроля, но тут возвращается разведчик лорда Вулсака, и теперь вас вызывает в палатку командиров. Сэр Лонгарм убедил меня дать вам еще шанс. Мы нашли остатки заброшенного форта. Каждую зиму это графство наводняет волки, так что вы должны привести форт в порядок как можно быстрее. Сейчас провал может привести к катастрофе, так что будьте начеку. Чтобы обеспечить безопасность людей, вы должны укрепить форт до наступления зимы. Пусть ваши лучники убьют как можно больше волков, угрожающих крестьянам. Отлично, достроить замок и увеличить запасы товаров. Так, по целям все понятно, посмотрим подсказочки. Как только начнется производство еды и дерева, займитесь ограждением своего поселения. Используйте уже имеющиеся стены. Лучше стройте прямые стены, так вы израсходуете меньше дерева. Для выполнения задания достроить замок вам надо полностью окружить ваш дом стеной. Убедитесь, что в стенах нет бреши, пробел поможет вам показать, где есть бреши потенциальные. Лучники действуют эффективнее, когда расположены выше цели. Ну, это все базовые подсказки. Я ждал чего-нибудь
более полезного, хотя это и миссии весьма-весьма базовые. Так, посмотрим. Да, у нас есть что-то вроде чистокола, нужно построить амбар, все это в идеале построить в форте, безусловно. Так, лесопилки. Вот куда поставить лесопилки, дело уже десятое, потому что если мы слишком сильно, скажем так, выйдем за пределы нашего форта, это все может реально плохо на нас сказаться. Ну, во-первых, нужно еще один склад, чтобы наверняка хватило, само собой. Ну, а лесопилки, видимо, будут располагаться у нас с вами где-нибудь здесь, потому что, ну, места для них просто не хватает. А вот охотничьи избушки я постараюсь запасы поставить здесь. Ну да, конечно, дерева нам с вами здесь, безусловно, не хватает. А, максимальная скорость игры 90, ну так, в принципе, оставим. Вот, кстати, волки. Так, по оборонительным сооружениям. Мы можем строить бараканы, это у нас, ну да. Короче, деревянные входы, ну и, соответственно, деревянные стены. Но самого дерева у нас мало, так что сидим-пердим. Так, где у нас с вами находятся цели миссии? А, вот, просто мясо и достроить замок. То есть ничего сверхъестественного. Хорошо, что есть кнопка, чтобы все это дело не забывать. Да, здесь подшаркоформатные мониторы как бы сделали, но вот эта вот пустая брешь как-то немножко меня напрягает. Могли и увеличить немножечко вот этот вот свиток. Ну да ладно. Популярность растет, это фиг с ним. Нам сейчас с вами самое-самое главное, конечно же, это... Блин, надо было, наверное, вот здесь поставить чуваков наших, ну, которые дерево рубят. Ну да ладно. В общем, мясо. Так, а вот мне интересно, лучников ли у нас хватит? Можно ли их как-то нанять или, скорее всего, нет? Так, хижина для крестьян, здесь все понятно. Свободных людей, ну, так и не поймешь. На самом деле, сколько у нас этих свободных людей? То есть, да, 8 из 8 по максимуму, это понятно, но чисто смотреть на костер и так ждать, ну, мне кажется, интерфейс они могли бы и немножечко переделать для удобства, было бы получше. Ну, ладно, пока что все, что нам с вами остается, это поставить один баракан, конечно же. А, стоп, можно деревянный баракан большой. А в чем разница? Не врубаюсь. Типа, можно поставить такое, а можно поставить с лестницами. Типа, большая ли разница? Я что-то не уверен. Волки нападают, милорд! С виду все то же самое, если честно. Ну ладно, короче, достроим просто стену, фиг с ней. Тянет баракан же необходим, чтобы наши здесь заходили. Так, как это дело крутить? Нет, это крутить карту, а постройки как крутить, ребятки? Что же вы мне не подсказали-то, а? Дали бы хоть направление какое-то. Ладно, начнем со стены, пожалуй. Думаю, отсюда будет попроще. Так, вот таким вот образом все это строить. Достроить саму стену, думаю, не проблема. А вот баракан хороший необходим. Так, теперь доступен лишь один баракан, нет? Или направление здесь так и строится? Типа вот таким вот образом строить баракан и не выделывайся, да? Давайте, что нам еще здесь остается, кроме этого. Так, деревянная стена. Таким вот образом. И вот здесь вот нужно еще это как-то дело закрыть, полагаю. Ну да, вот так вот и остается только. То есть, вот так. Ну и замок закрыт. Победа. Не так уж и сложно, естественно. Ну, по крайней мере, половину задания вы выполнили. Прекрасно. Теперь, когда наши люди в безопасности, можно послать охотников в соседнее графство и истребить волков окончательно. Я тоже думаю, что это стоит сделать. Но тут нужна осторожность. Соседнее графство граничит с вражеской территорией. Да, дальше у нас с вами крыса. Вот очень скоро мы с ней столкнемся. Миссия третья. Истребление волков. Вам придется потренировать в стрельбе наших новобранцев. Волки обитают в соседнем графстве. Найдите их логово и уничтожьте. Тут либо мы, либо они. Найдите какой-нибудь холм и закрепитесь на его вершине, построив нормандский замок. Это место патрулирует герцог де Пюс по прозвищу Крыса. Его шпионы ни в коем случае не должны вас выследить. Против него нам пока не устоять. И если встретите эту крысу, оставьте его мне. Постройте нормандский замок и укрепите его, добавив несколько башен. Начните производство луков и тренировки лучников, чтобы уничтожить разгулявшихся волков. Ну, в принципе, все понятно. Давайте поглядим по подсказкам. Их три в этот раз.
Так, постройте замок на холме, это даст лучше оборонительную позицию. Постройте деревянную стену с площадками для лучников, чтобы обеспечить им наилучшую дальность стрельбы. Сконцентрируйтесь на заготовке дерева, оно понадобится вам для луков, стены, башен. Постройка мастерской стрельника поблизости от склада и оружейной увеличит ее эффективность. Выстрел в одного волка заставит напасть всю стаю, так что перед тем, как начать уничтожать волков, убедитесь, что у вас достаточно лучников. Разместите ваш замок, милорд. Скали на холме, ну, полагаю, у нас здесь всего один холм, думаю, здесь мы сами и построимся. Так. Послание от вашего писаря. Нужно действовать быстрее. Сложновато, на самом деле. Повсюду. Да, да, волки повсюду, это я все понимаю. Значит, нам нужно с вами как-то вот здесь вот поставиться. Так, амбар. Ну, амбар у нас с вами будет подальше от волков, соответственно, где-нибудь здесь. Вместе с хижинами охотников, естественно. Так, дополнительный склад. Думаю, одного доп-склада нам с вами хватит более чем за глаза. Так, ну и теперь лесопилка с добычей дерева. То есть это мы поставим с вами все здесь. Пусть здесь добывают у нас с вами дерево. Где-нибудь здесь поставим мастерскую, где у нас с вами, соответственно, будут... Ну... делать луки и так далее. Ну и где-нибудь тоже здесь постараемся поставить тему для того, чтобы наши ребятки все это складировали. Ну, оружейную, короче говоря. Так, теперь с провиантом. Ну да, думаю, куда-нибудь сюда самое оптимальное поставить нам с вами. Охотничьи хижины. Ну и для начала, в принципе, все. Можно, конечно, поставить стены, мастерские лучников, все вот это вот добро, но, думаю, торопиться здесь не стоит. Сказали, сосредоточиться на дереве, так что максимальное количество лесорубов и забабахаем. Думаю, волки сами не нападут. Все здесь зависит лишь от нас. То есть нам с вами нужно максимально хорошо подготовиться, а потом просто одним большим паком напасть на все это мероприятие, и будет по кайфу. Как мне, по крайней мере, кажется. Ну, как я и думал, в принципе, в этой игре все-таки значительно лучше, чем во всех остальных, поставлен сюжет, потому что двигаемся плавненько, миссии за миссией. Нам объясняют все это дело, ну, типа, какие вообще телодвижения происходят и так далее внутри, скажем так, лагеря командиров и так далее. Действительно, сюжет здесь один из лучших, ну, банально, потому что он хорошо поставлен. То есть все идет плавненько, планомерненько и так далее. Кстати, одного волка уже завалили, но благо он не находится в такой стае, потому что под стаями подразумеваются здесь, полагаю, вот такие вот небольшие кучки волков. Нападешь на одного из кучки, пойдут все из этой кучки. Но не прям все сразу, иначе меня сразу же перебили бы, конечно же. Спасибо моим ребятам. Мертв ли этот волк, не особо понятно. Я думал, что мертв, но, видимо, нет, еще жив, двигается. Но вот анимации, конечно, здесь все такие же кривоватые и дерганые, если играть на высокой скорости. Ну, ожидаемо. Что они лишь немного графику улучшили. Ну, недостаточно, чтобы это смотрелось прям вау. Ну да ладно, это все-таки у нас сами ремастер, а не ремейк. Хотя, думаю, как бы эта студия могла и ремейк без особых проблем сделать. И фурор у нее был бы прям чудовищный. Ну да ладно. Это уже маленькие придирки, не сильно важно. Пока сидим, пердим. Так, дерево у нас, вижу, с вами скопилось. Это очень хорошо. Соответственно, можно... Так, на казармы я особо париться не буду. А вот оружейную поставим уже вот здесь и начнем... делать мастерские стрельника, конечно же. Все это будет недалеко. Ну, за людей это я и так знаю, что у нас их нет. Это дело простое. Так, ну, думаю, домик можно где-нибудь здесь забабахать. Это сильно важно. Нельзя позволить им выдать наше местоположение. И что с ними делать, с этими людьми Депюса, не подскажете? А, вон они. Но у меня нет стрелков просто-напросто. Просто нет. Я даже не начинал этим заниматься, если честно. Так что, если они подойдут, то... Хана. У меня просто нет стрелков. Не хватает оружия. Видите, они сейчас просто будут обстреливать моих пацанов. Мешать всему и вся. Собаку убили, скоты. Что с них взять? А? Да уж, печально. Хотя их всего двое, видите, типа, ну, небольшая проблема на самом деле. Может, можно приказать нашему лорду убить их? И волки еще идут. Потрясающе. А луков у меня один. Один лук. Один, мать его, лук. Вот и что я здесь делаю? Где там мой лорд? А, ну один сражается с тонной волков, что ожидаемо. Еще один волк остался. Все, волков перебили, но людей сейчас будем набирать заново. То есть да, я слишком медленным, скажем так, был. Можно назвать это моим косяком, в принципе.
Почему я не могу построить деревянную башню? Это меня немножечко напрягает. Это нельзя здесь разместить, милорд. А где можно? Это нельзя здесь разместить. Это же деревянная, мать ее, башня. Она должна здесь ставиться, по логике вещей. Это нельзя здесь разместить, милорд. Вообще нигде она не ставится. Посмотрите, на любую точку прохожу. Неужто ей нужна сначала, ну, не знаю, стена, типа, или около того, хз. Нет, давайте чуть поближе здесь поставим, вот таким вот образом. Теоретически так должна ставиться эта башня, по логике вещей. Давайте-ка попробуем. Ну, что-то как-то плевать ей, на самом деле, на все эти мероприятия. Бараканы, есть ли в них смысл, тоже не знаю. Но думаю, от бараканов явно будет побольше толку. Потому что тут тоже можно поставить себе стрелков. Так что это уже будет хоть что-то. Насчет башни тут уже, конечно, хз. Зароляет это мероприятие или нет? Вообще, куда эту башню пристроить здесь можно? Опа, сюда можно. Но опять же, я так и не выяснил, как крутить все эти постройки. Мы хотя бы знаем, куда уже эти башни можно прибабахивать. То есть, куда-нибудь вот сюда, к этим, к стеночкам. Не всегда, но да. К стеночкам все-таки можно, они еще сами как-то ориентируются, как им поставиться. Идиотизм чистой воды, как по мне. Может, дело в местности, я тут закривил, конечно. Думаю, да. Ладно, более-менее что-то мы с вами уже построили, это неплохо. У нас 5 луков есть, так что... Какую-то более-менее оборону мы с вами уже можем здесь поставить. Сейчас я количество лучников увеличу. Думаю, вот этих вот 6 лучников хватит, чтобы перебить маленькую кучку вот здесь. 3 волка. А дальше со всеми остальными разберемся, полагаю. Все, вообще они сами должны начать шмалять. Должны же. Вот так. Кстати, да, даже их здесь хватит, если честно. Я уже вижу, что тут много, как бы... Ой, сильно париться не стоит по этому поводу. Так, давайте-ка здесь достроим, чтобы они здесь не могли пробраться к нам. И все. То есть вот мои 8 лучников. Все в активной обороне. Все, могут начинать шмалять. По идее, им здесь не пройти. Могут попытаться, но не более того. И все. Сейчас всю стаю перебьем без особых проблем. Кто-то здесь еще остался. А, да, вон пачка волков. Это все или я что-то еще упустил? Не вижу просто больше волков. Да, победа. Зря я беспокоился. Хорошо, что эти крысиные шпионы прожили недостаточно долго, чтобы доложить о нас. Но боюсь, что их скоро хватится. Что ж, дамы и господа, прошли мы с вами 3 первые миссии. Напишите в комментах, что вы думаете об этом прохождении, стоит ли его продолжать и так далее. Ну что ж, а у меня на этом все. С вами был Кит, и всем пока.